Отправка почтовых уведомлений в 1С Bittrex состоит из почтовых шаблонов и событий, API для немедленной отправки писем или помещения писем в очередь отправки, также механизма отправки. Управление почтовыми событиями и шаблонами доступно в административном разделе. Настройки. Настройки продукта, почтовые события, типы почтовых событий. Здесь мы видим список событий. Событие определяет набор переменных, которые доступны в шаблоне. Шаблоны, привязанные к этому событию. Сам шаблон содержит в себе текст и данные получателей и отправителей. По умолчанию в системе каждый модуль создает свои типы и шаблоны, а также есть возможность создавать собственные шаблоны и типы. Сейчас мы находимся в шаблоне типа события смены пароля. Здесь формируется ссылка на смену пароля. Мы помним, что создавали раздел пользователя User и индексную страницу, на которой можно сменить пароль. Давайте исправим ссылку. И сохраним. Стоит отметить также, что при изменении раздела пользователя стоит исправить все почтовые шаблоны, которые используют ссылки на раздел пользователя.